Более 250 человек в этом году погибло на дорогах Самарской области. Почти 4500 получили ранения. Несмотря на то, что по статистике случаев ДТП в регионе стало заметно меньше на 16% по сравнению с прошлым годом, работа по их профилактике у госавтоинспекции по-прежнему в приоритете. В эту пятницу представители Самарского управления ГИБДД напомнили: зима – время особой дорожной обстановки. В первую очередь предпосылкой каждого ДТП, да и в общем-то первой причиной является человеческий фактор. Дорога может быть хорошей, может быть плохой, может быть знак, может его не быть знака. Но если водитель избирает для себя агрессивный стиль вождения, не учитывает дорожные, погодные условия, то же самое относится и к пешеходам. Пешеход должен оценивать ситуацию, оценивать видимость. В свою очередь, госавтоинспекция предъявляет целый ряд требований к содержанию зимних дорог. Главные источники проблем – снежные накаты на проезжей части и снежные завалы. У нас с тротуаров, с проезжей части все формируются в снежные валы и начинают их складировать около пешеходного перехода. К сожалению, вовремя их не успевают вывозить. Пешеходы, когда идут по тротуару и выходят на проезжую часть, соответственно, это самое опасное у нас место. Пешеходов не видно из-за снежных валов, они выходят на проезжую часть, машины ездят с довольно-таки высокой скоростью, и тут у нас происходит дорожно-транспортное происшествие. Поэтому на это мы делаем основной упор. Конечно, в рамках надзорной деятельности сотрудниками госавтоинспекции все эти недостатки фиксируются, после чего должностные юридические лица привлекаются к административной ответственности. К большим снегопадам дорожные инспекторы призывают готовиться со всей ответственностью. Речь идет не только о скоростном режиме и соблюдении правил, но и о подготовке транспортного средства. В зимний период, декабрь, январь, февраль, транспортные средства должны быть укомплектованы зимними шинами. К сожалению, наверное, пока ответственности административной действующее законодательство не предусматривает, тем не менее, все-таки, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к автомобилистам именно вот с этим вопросом. Напомним, прошлая зима была самой снежной за последние 3 года. Ситуацию на дорогах усугубляли так называемые подснежники – автомобили, брошенные водителями на длительное время. Из-за того, что они мешали убирать проезжую часть, особенно сложно было проехать по улицам Гагарина, Аэродромной, Мариса Тереза. В этом году водители просят не парковаться на дорогах во время снегопадов.